Мы сегодня проводим встречу о оценочном. Прежде чем я вам расскажу, каким образом работать с платформой. Сегодня у нас проходит синхронный перевод на русский, испанский и французский. Поэтому вам необходимо перейти на ваш язык, будь то русский, английский или испанский. А если вы хотите интерактивно поучаствовать, то, пожалуйста, участвуйте в этом. Я Инесса. И мы будем с вами общаться через чат. Итак, каким образом мы будем работать с вами так, как мы работаем сегодня? Мы будем работать так, как мы работаем 1983 года, когда начала работать данная программа. И мы очень гордимся тем, что в сентябре 2016 года у нас была первая конференция, и у нас было некоторое количество участников, и мы сегодня проводим первый вебинар, и я надеюсь, что у нас все работает, и нам очень приятно объявить, что в ноябре 2018 года у нас будет проходить второе наше мероприятие, и мы будем проводить это мероприятие в отношении оценки, и мы ожидаем, что вы все будете участвовать. А мы думаем, что у нас сегодня где-то около 40 участников, которые участвуют в данной конференции. И у нас участники со всех регионов. И в основном средний возраст где-то около 30 лет. И в основном 5 лет работы в этой сфере. И в основном это студенты. И где-то 73% они либо занимаются, или они уже начали работать. И 46% и они работают. И мы надеемся, что наше профессиональное сообщество будет увеличиваться. Итак, в первую очередь я хочу выступить вступлением и начать с презентации. После этого я буду выступать в роли модератора. Если у вас будут какие-то вопросы, то, пожалуйста, мы обсудим то, что мы хотим во время нашей сессии вопросов и ответов. Итак, я надеюсь, что все меня слышат. Итак, мы хотим в первую очередь поблагодарить всех людей, которые сделали это возможным. И в первую очередь мы хотим поблагодарить Redoxon и наших Evil Partners, тех оценщиков, которые очень помогали нам при, собственно, переводе материалов и документов. Вот, пожалуйста, посмотрите на фотографии. Это наши руководители. Они сейчас перед вами. Это Мария Хамид. И также мы бы хотели поблагодарить нашу группу, в которой участвует и Антонина, и я. И также из целевой группы 3 здесь наши члены перечислены, и они очень активно участвуют в этой работе. Итак, сейчас мы предоставляем слово Рите. Рита, спасибо большое, и мы вас приветствуем здесь на Evolve. В нашем семинаре по оценке. Спасибо большое, София. Я надеюсь, что все меня слышат. И можете вы подтвердить, что вы меня слышите? Спасибо большое. Технология работает. У меня несколько моментов паники было, потому что я очень испугалась, когда не могла войти в систему, но в конце концов провела тест. И я благодарю Софию, которая выступил выступлением. Итак, тема моего выступления заключается в том, что там, где нет образования,
системы такой вот настоящее образование, то мы будем заниматься тренингом, профессиональным тренингом. Этот вопрос мы уже обсуждали. И позвольте мне сказать, что в моей оценке будет очень большие изменения. Я уже это делала раньше, я уже 7 лет занимаюсь этой работой в нашей организации. Я уже перешла к несколько другой теме, к политике по оценке. И я работаю вместе со сообществом по оценке Evaluation Community и также наше европейское сообщество по оценке занимается вот этим проблемами. И я очень рада была вот этой возможности поговорить на эту тему с нашим сообществом. У меня были специальные миссии, когда я была президентом организации, именно по оценке и по потенциалу, и развитию потенциала оценки. И мы стараемся поддержать молодых оценщиков, которые работают в этой сфере. Так что мне очень приятно, это большое удовольствие, что у меня сегодня такая возможность поговорить с вами в нашей такой роли. И это мне также дает возможность подытожить немножко то, что мы сделали, и то, что я сама развивала на протяжении 7 лет. Итак, в этот раз я не буду рассказывать непосредственно вот по типу презентации. Я поделюсь с вами своими идеями, мыслями относительно будущего, относительно того, куда нам надо направляться. Итак, я, конечно же, оценщик, но моя, собственно, презентация основывается на свидетельствах и опыте. Итак, я надеюсь, что у нас будет плодотворная дискуссия после моей презентации. Итак, я буду рассказывать о трех основных сферах во время моего выступления. В первую очередь я расскажу вам об изменениях в самом, так сказать, окружении, о том, что мы делаем. Мы будем говорить о сложностях, которые существуют для нашей работы в оценке. Далее я буду говорить об образовании и тренинге, профессиональной подготовке и более общем подходе, всеобъемлющем подходе к профессионализации. И, наконец, я завершу наше обсуждение разговором о роли образования и профессионального образования, профессиональной подготовки и о роли добровольцев различных обществ, различных сообществ. Вот, собственно, многие из нас являются членами таких организаций. И я слушала вступление, и я вижу, что существует очень большой потенциал для нашей работы. Но так или иначе, мы посмотрим с вами на роль образования и профессиональной подготовки, и что у нас есть вот в этом плане. Итак, позвольте мне начать с нескольких слов относительно того, что меняется в том, каким образом мы работаем в этой сфере. Итак, я расскажу вам, как мы работали в нашем европейском сообществе и как мы себе представляем будущее нашего общества. Итак, внизу вы видите, собственно, схему, которая очень нам всем знакома. Это три модели, которые мы используем для того, чтобы описать потенциал, индивидуальные способности, возможности. Нам нужен, так сказать, человек, нам нужны институты. И, наконец, нам нужна общая атмосфера, общее окружение, система, иначе говоря. Таким образом, у нас возникает повестка дня. И вы многое знаете из этого. Мы всегда подчеркиваем, что нам необходимо думать о возможностях, что людям нужно, и каким образом люди используют вот эти знания в плане оценки, и
Кроме того, мы должны четко представлять себе, что мы должны получить, когда мы осуществляем оценку. И вот такая возможность, которую мы используем при проведении подобной работы, это означает, что мы на основе опыта, на основе свидетельств, которые мы получаем, иногда возникает ощущение, что мы идем разными путями. С одной стороны, мы идем по глобальному, так сказать, по глобальному пути, а путь, который касается, так сказать, его мира и Европа. И, кроме того, оценка обладает еще одной стороной. Это не только люди, это не только те, кто получает программы и наши разработки. Это не только клиенты частных компаний, которые... вот это очень много зависит от контекста, о котором мы говорим. Эти люди должны предоставлять независимую оценку. Это означает, что мы должны быть подотчетны. И, то есть люди, которые этим занимаются, должны быть подотчетны и быть ответственными. Неважно, кто является ли это государственными организациями или частными лицами, или частными компаниями. Поэтому я бы хотела подчеркнуть именно для двух групп клиентов или получателей наших услуг, что очень важно помнить, что оценка – это не самоцель. И особенно, когда я говорю с коллегами на эту тему, мне иногда кажется, что они воспринимают оценку как самоцель. И единственное, что я могу сказать, что оценка важна именно потому, что она используется для более устойчивого развития и, в конце концов, дает возможность людям развиваться в рамках такого устойчивого развития и достигать своих целей. Так что мы думаем о том, что даже те люди, которые, так сказать, находятся на определенной границе, которые не являются достаточно подготовленными, тем не менее, программа помогает. Итак, думая о прошедших годах, мы думаем о некоторых изменениях, которые возникли для нас в этой программе. Итак, первые изменения. Итак, изменений происходит все больше и больше. Они происходят чаще. Сейчас я говорю из Хельсинки, и я являюсь европейцем. Но позвольте, я вам сейчас представлю одно упражнение. И совершенно не важно, откуда вы. Здесь речь идет об устойчивом развитии, именно с точки зрения европейской перспективы. Итак, за последние 2 года я думаю о 5 столпах устойчивого развития. Это люди, планета, партнерство, способности. И вы можете посмотреть на изменения в Европе и вот на эти основные задачи и проблемы, которые возникают здесь. Как вы думаете, как вы это понимаете? Я могу понять вот эти изменения. Это, конечно же, вы думаете о людях, о том, что сейчас миграция происходит в Европе. И нетрудно, конечно, думать об этом, когда вы думаете о преуспевании, о благополучном развитии нации, а гораздо сложнее, когда что-то происходит иначе. Подумайте, пожалуйста, о партнерстве, здесь тоже проблема, я могу вспомнить Brexit, я могу говорить о сложностях политической ситуации, о крупных странах, которые являются нашими союзниками и так далее. То есть изменения, которые произошли, очень быстрые и очень драматичные. А второе, о чем я хочу сказать, мы, оценщики, часто думаем, что, собственно, вот
Та оценка, это, которую мы даем, это самое главное. Но понимаете, в чем дело? Мы видим, что конкуренция растет, и мы сталкиваемся с конкуренцией, которая очень оправдана, и информация используется и от мониторинга, и по результатам аудита, и так далее, и так далее. И поэтому, собственно, люди используют информацию чаще и чаще из социальных сетей, и на них действуют политические приоритеты, и именно они влияют на принятие решения. Я хочу подчеркнуть, что оценка – это один источник информации для людей. Если мы не будем принимать во внимание и достаточно серьезно вот такую конкуренцию, то оценка будет очень сложной. Иногда я говорю, что нам надо научиться смотреть на другие источники информации. Оценка, к сожалению, в общем-то, вот в этом мире не занимает самое главное место. Итак, что касается краткого резюме моей презентации, то есть, когда мы посмотрим на ту атмосферу, в которой мы работаем, то существуют различные изменения, быстрые и драматические. И, конечно же, существует конкуренция. И эта конкуренция становится все сильнее и сильнее. Вопрос возникает следующий. Каким образом мы можем создавать добавленную стоимость для оценки? Я бы сказала, что в этом плане мы можем создать добавленную стоимость посредством независимости информации и использовать многие другие информационные источники, которые связаны с особыми интересами. Это как раз и делает оценку особой, специальной. Я не буду об этом сейчас говорить, но сконцентрирую внимание на других темах. Но все-таки скажу, что оценка, конечно же, способствует качеству, высокому качеству профессиональных навыков. Итак, это характеризует нашу профессию. И вот что значит настоящая оценка, то, как я ее понимаю. Ну что ж, давайте перейдем к следующему слайду. И второй вопрос, который я хотела бы обсудить, это всеобъемлющий подход к профессионализации. В первую очередь, это доступ к образованию высокого качества, а также к профессиональной подготовке. Сейчас, что я могу увидеть на слайде, это необходимость для всех международных организаций в рамках какой-то зоны, зонтичной организации объединиться. И этим должны заниматься и вот такие общества, сообщества оценщиков. Конечно же, мы сейчас работаем над этим, и одна из задач и одна из идей, которая чрезвычайно важна для нас, это то, что необходим вот такой всеобъемлющий подход для профессиональной работы. Нам необходимо иметь доступ к высококачественному образованию и профессиональной подготовке. А мы должны получить хорошую практику, мы должны проводить конференции, мы должны на таких конференциях и какие конференции рассматривать как форумы и также использовать социальные сети. И, кроме того, мы должны разработать руководящие профессиональные стандарты, так же, как и в любых других специальностях. Именно они основываются на нормах и стандартах. Профессионализация должна основываться на согласованных действиях, на согласованных программах и каких-то рамочных конструкциях. И была очень активная дискуссия относительно того, что же является самым важным, каким образом понимать вот такую оценку и на чем она должна основываться, и какие должны быть критерии. И я
буду основываться также на примерах, которые у нас есть в разных частях света. Итак, что нам нужно? Это институциональные структуры для профессионализации. И это означает различные организации, различные общества по оценке, которые связаны с образовательными учреждениями и учреждениями профессиональной подготовки. Итак, когда мы обсуждали вот такую структуру, такую рамочную конструкцию и какие-то основные элементы, обычно я вот именно так это обсуждаю, и мне бы хотелось установить приоритеты именно сейчас. Я думаю, что единственная здоровая основа долгосрочная фактически является доступ к высококачественному образованию и образовательным учреждениям. Это как раз и является основой для качественной профессионализации. И когда я говорю об образовании, я имею в виду образование на уровне университета. То есть это дипломы университетские. Когда я говорю о training, то есть подготовке профессиональной, я имею в виду короткие краткосрочные курсы. Например, профессиональная подготовка и возможности профессиональной подготовки, которую мы предоставляем во время различных конференций, это тоже возможности для профессиональной подготовки. И когда я говорю о том, что основу должна закладывать высококачественные учреждения, я имею в виду именно университеты. И что касается моих собственных заключений, я проработала в этой сфере на протяжении 7 лет, и я активно участвовала в различных обсуждениях этой темы, и я считаю, что есть вещи, которые мы не доглядели, что-то пропустили. Конечно же, есть обсуждения и в журналах, и в газетах, и, так сказать, в средствах массовой информации, но это не всегда адекватно. Если нам не удастся более активно продвигаться вперед в этой сфере, то у нас не будет здоровой основы для других элементов профессиональной оценки и профессионализации. Итак, моя рекомендация и мое понимание данной проблемы заключается в следующем. Это единственная здоровая основа, которую мы можем иметь. Как я уже сказала, ситуация непростая. И я уже сказала, что я из Финляндии, и ситуация непростая. И у меня в родной моей стране, Финляндии, нет возможностей для именно на национальном уровне для высококачественного образования и для оценки этого образования. Вот именно для оценки. И вот эта проблема для наших университетов. И когда вы посмотрите, так сказать, что происходит в мире, то видите, что не одна Финляндия сталкивается с этой проблемой. Очень многие страны сталкиваются с той же самой проблемой. И еще один слайд. Нам нужно подходить с всеобъемлющим подходом к оценке. И опять не всегда это получается. И получение каких-то оценочных критериев не всегда отражает в полной мере адекватную оценку. Но нам надо четко поставить приоритеты относительно базового образования и тех институтов, которые занимаются подготовкой профессиональной и образованием. Я думаю, что необходимо больше внимания уделять именно этому элементу. Я думаю, что есть необходимость в понимании основного базового образования и подходить к этой проблеме со всех сторон, и необходимо укреплять наши позиции в области образования. Вот это то, что нам надо и что мы можем сделать. Еще есть некоторые соображения относительно того, что я имею в виду
под некоторыми терминами. Что я имею в виду под всеобъемлющим подходом к высококачественному образованию? Опять-таки, я должна сказать, что у нас есть различные дискуссии по отдельным элементам, но для хорошего образования нужна система. В первую очередь необходима программа, и программа, так сказать, общая, и программа конкретная по курсам. И там должны быть элементы, так сказать, знания, практика и каким образом это связано с отношением изучающих. И я вот задумываюсь над тем вопросом, сколько же вот этих черт входит действительно в образование. Ну, я сказала, что пока это теоретические довольно-таки рассуждения, пока еще опыта у нас достаточно в этом плане. Но, тем не менее, я хочу сказать, что учебные материалы должны прорабатываться учителями, и нужны соответствующие материалы для подготовки. И нам также нужно оборудование. И когда я говорю о аудиториях, я имею в виду, ну вот не просто классные комнаты, так сказать, физические какие-то возможности, но очень много виртуальных различных средств. Ну, вы знаете, что я имею в виду. И в образовательной программе, в образовательных программах все это в принципе и есть. Но тем не менее, возвращаясь опять-таки к тому, что очень быстро проходят изменения в мире, я хочу сказать, что элементы не могут оставаться одними и теми же. Нам нужно реструктурировать саму систему, нам надо продумать о том, как должны работать партнерства, обновить все эти элементы и посмотреть, каким образом мы используем и оборудование, и тот потенциал, который нам доступен, и управление. Итак, я сказала, что я не буду сейчас обсуждать вот все это, но во многих других сферах мы сравниваем наш опыт разных стран, но делаем ли мы достаточно в плане оценки образования? Есть ли у нас достаточно хорошие сравнения, сравнения программ, сравнения материалов, которые используются во всем мире? Итак, когда я говорю о такой всеобъемлющей основе образования, о такой структуре, то я хочу, чтобы у нас была серьезная дискуссия по оценке образования и профессиональной подготовки. И вот эти элементы, которые вы видите на слайде, это как раз то, на что я ссылаюсь. Я думаю, что существует четкая роль места, которое занимают различные оценочные общества и на национальном уровне, и на глобальном, и в плане того, как вот эти сообщества и общества, организации поддерживают оценку в образовании. Это, конечно, не новая вещь. Ну, существует, конечно, исключение, но говоря об этом в общем, я бы сказала, что, в принципе, этим уже занимались. Но самое простое, что мы можем сделать на национальном уровне, но, правда, легких вещей не бывает, это проведение образования и четко оценивать все сферы и учитывать, каким образом осуществляется процесс образования или подготовки на государственном ли уровне или на каком-то другом уровне, будь это министерство или министерские офисы, и может ли образование быть везде одинаковым. Это задача Министерства образования, потому что именно Министерство образования и просвещения занимается программами
Поэтому нам стоит обсудить программы, каким образом они связаны с оценкой. Что касается регионального и глобального уровня, то мы можем поддерживать оценку в сфере образования, и это очень важно. И мы должны использовать уже существующие ресурсы, и тут я возвращаюсь опять к тем элементам, о которых я уже говорила. И, кроме того, было бы очень хорошо продвигать различные платформы. Существует очень большой потенциал для использования различных виртуальных средств. И мы это делаем, но можно делать и больше. И особенно, когда мы занимаемся профессиональной подготовкой. Есть неплохие экзамены, но я вижу, все-таки потенциал очень велик. И на глобальном, и на региональном уровне это можно делать. И многие страны во многих регионах не обладают достаточными ресурсами на данном этапе. И, наконец, я подхожу к концу презентации. Сейчас я слайд другой поставлю. Да, я попала. Итак, роль профессиональной подготовки. Я назвала данную презентацию. Итак, если нет образования, что является субститутом, что является заменой, я еще раз напоминаю, что под education, образованием, я имею в виду профессиональную подготовку на уровне университетов. Что касается training, то это профессиональная подготовка на уровне курсов. То есть, если нет университетской подготовки, то должна быть какая-то замена, хотя бы на уровне вот таких курсов. И мы должны создавать потенциал, и мы должны готовить наших оценщиков и на уровне краткосрочных курсов. Но даже если это в какой-то степени замена образованию университетскому, высшему, то мы должны делать это высококачественно. И если нет где-то в странах достаточно высокого образования, то надо думать о том, как предоставить качественное профессиональное образование, профессиональную подготовку на более низком уровне, но тем не менее с высоким качеством. Итак, что касается оценки. Оценка. Оценщиками могут быть разные люди, собственно, могут быть такие люди, как я, который занимался этим на международном уровне. И, конечно же, существует очень большая необходимость обновить программы, учитывая опыт по всему миру, и подумать о профессиональном развитии. Роль, что касается роли наших сообществ, наших организаций, это как раз предоставление вот таких, такой профессиональной подготовки, предлагать тренинги, конференции, помощь непосредственно специалистов, менторов. И мы должны в какой-то степени пересматривать нашу систему и использовать и журналы, и письма различные, и другие средства. Итак, я хотя и говорю, что это замена, субститут для университетского образования, я нисколько не отношусь к профессиональной подготовке, к суничижительным таким чувствам. Мы должны использовать разные источники, мы должны создавать для людей возможности карьерного роста именно в сфере оценки. И я думаю, что вот эти слайды, которые я вам показала, и вот те идеи, которыми я поделилась, они, собственно, подводят нас уже к концу
моего разговора. И я надеюсь, что это вдохновило вас на какие-то мысли. И, может быть, вы мне предоставите ваши комментарии, идеи. Я бы хотела, чтобы была обратная связь, чтобы была реакция на мои мысли и на наш разговор. А итак, давайте посмотрим, как у нас тут сработает наша аппаратура. Привет, Рита, спасибо большое за вашу презентацию, было очень интересно. И я очень только надеюсь на то, что меня все слышат. Спасибо большое. Итак, у нас есть несколько вопросов и комментариев. Мы сейчас пройдем по ним. Итак, Дуглас. Простите, я не поняла, что там написано. Одну секунду, сейчас я разберусь. Одну секунду. Для того, чтобы достигать качества образования и что необходимо делать в различных образовательных организациях, университетах, в училищах и так далее, колледжах, надо ли рассмотреть новые программы или создавать новые учреждения. Итак, как вы считаете, нас сколько такие профессиональные институты могут способствовать профессиональной оценке. И Антонина задала очень интересный вопрос. Как может образование, как может образование и образовательное учреждение помочь вот такой профессиональной оценке? И, наконец, что касается журналов и других материалов, я бы хотела узнать, где мы можем получить такие материалы и где можно подписаться на них. Итак, вопрос Дугласа относительно основ образования, вот, предположим, в Зимбабве. У них есть некоторые оценщики образования, но они пока не понимают толком своих целей и задач. И вопрос касается того, каким образом можно обеспечить качество самих оценщиков. И кроме того, я хочу сказать, что могут сделать поддержку, скажем, посольства, которые работают в странах, таких как Афганистан, например. Ну что ж, я сейчас, Рита, передам вам слово. Я также перешлю вам в дальнейшем вопросы, которые мне направили. И слово представляете Рите. Спасибо большое. Замечательные вопросы были. И я вижу, что Бьянка тоже сейчас в режиме онлайн. И если она хочет что-то добавить, я была бы очень рада. Потому что вы работаете в образовательных учреждениях, и вы знаете прекрасную ситуацию. Поэтому я, если вы захотите, я вам передам слово тем, чтобы вы тоже добавили что-то к тому, что я уже сказала, или ответили на вопрос. Не слышно, Рита? Вопрос относительно, каким образом можно повлиять на образовательные учреждения, которые работают независимо, и что касается решений относительно программ, каким образом вот на их надо ли менять или не надо. И я думаю, что этот вопрос
будет во многом зависеть от конкретной страны, от контекста, так сказать, от атмосферы и ситуации. Мы работаем во многих образовательных учреждениях, и там существуют механизмы, где, собственно, создание программ основывается на проведении консультаций с различными учреждениями. И я думаю, что очень важно узнать, какие у них есть механизмы и что происходит при разработке программ, и что происходит, когда разрабатываются какие-то конкретные части программ, и как осуществляются консультации. И, кроме того, вопрос связан с типичным влиянием различных участников и каким образом работают компетентные министерства в этом плане. И в большинстве случаев над такими программами работают министерства образования и соответствующие учреждения. И очень важно узнать, каким образом они работают и каким образом мы можем получить доступ вот к такой работе и к знаниям относительно разработки программ разного уровня. Итак, у меня есть некоторый опыт в Финляндии. И каким образом работает образование именно, и каким образом работают оценщики в образовании в нашем случае. И был вопрос относительно Финляндии, как они осуществляли поддержку вот для таких программ. Да, Финляндия работала в качестве партнера на протяжении многих лет. И поддержка и помощь относилась к различным донорским программам. Но, правда, какой-то конкретной стране мы не предоставляли никакого доступа, такой, например, как не доступа, а помощи, а в частности, к Афганистан, например, специально мы не поддерживали. Мы поддерживали конкретные программы, а не страны. И мы развили целый ряд различных механизмов и процессов, и наша поддержка осуществлялась через, скажем, какие-то программы посольства. Наши посольства обладали небольшим финансированием, но основная поддержка осуществлялась именно через организацию по оценке, нашу европейскую организацию, и через ее отделение. Вы знаете, я первый раз пользуюсь вот этой системой, и я постараюсь найти У меня были некоторые комментарии, сейчас я к ним хочу вернуться. А вот Бьянка, она добавит. Вот скажите, вы меня можете слышать, видеть? Видите меня? Очень хорошо, отлично. Итак, Рита, я, в общем-то, думала, что все ваши комментарии касались того, каким образом можно повлиять на различные учреждения, на институты. И я думаю, что по-разному это все может выглядеть, в зависимости от того, какой это регион. И я, собственно, отношусь к людям, которые работают в учреждениях, и в зависимости от того, какие у нас есть возможности,
мы можем работать по-разному и получать разные сертификаты. Я думаю, что в Соединенных Штатах очень много разных учреждений, которые этим занимаются, занимаются оценкой в области образования. И кроме того, есть еще моменты, которые отличают нас. У нас не министерство образования, у нас другая организация, и они разрабатывают, помимо этого, они разрабатывают различные программы, различные стандарты относительно качества в отношении образования, которое предоставляется. И это либо предоставляется на усмотрение каждого конкретного института. И я думаю, что в Соединенных Штатах вот такая роль нашей организации воспринимается очень положительно. Мы можем все-таки подумать о том, каким образом можно улучшить нашу роль таких организаций. И вот, собственно, наша организация может своего рода быть примером, как надо работать. А в Канаде у них другие, так сказать, структуры, у них фирмы и консорциумы, они проводят одновременно и подготовку, и проводят образовательные программы и так далее. И они могут обеспечить определенное качество для учреждений, которыми они занимаются. И, может быть, у вас есть какие-то еще вопросы, а может быть, Рита ответит на вопросы, если что-то хочется добавить. Спасибо, спасибо большое. Я думаю, что было бы замечательно собрать целый ряд примеров, и в частности, те конкретные примеры, и я не очень хорошо знаю восточную систему, восточные методики, но я думаю, есть еще другие вопросы. В первую очередь, собрать существующие программы, опыт других учреждений, там, где они работают вместе, или тот опыт, когда учреждения могли вложить свой вклад в процесс оценки и в качество оценки. И вот я думаю, что вот такой сбор такой информации был бы очень полезен. И на этой основе мы могли бы получить хорошую практику, не лучшую практику, и понять, каким образом мы будем работать. Далее возникал вопрос, каким образом мы можем получить доступ к журналам и различным материалам, пресс-релизам. Я думаю, что для молодых и обучающихся оценщиков это будет очень важным источником информации. Многие ассоциации, мы называем их организациями по предоставлению услуг членам таких организаций, и они предоставляют доступ к журналам. И кроме того, я думаю, что то, что касается различных веб-сайтов журналов, то к ним ведь тоже имеется доступ, и в первую очередь к академическим журналам. Но также я думаю, что часто есть возможность получить и более короткие материалы, более короткие статьи. И я рекомендую посмотреть на различные сайты в интернете, что у них есть, у разных организаций. И
вы можете найти вот буквально карту вот наших организаций, которые занимаются оценкой по всему миру. И посмотреть, какая у них база, какой у них доступ к материалам, и на этой основе, так сказать, продумать свои программы. Итак, София, пожалуйста, есть ли еще какие-то вопросы, которые вы бы хотели, чтобы я, на которые я бы ответила? Так, Рита, да? Так, я думала, что Бьянка поговорила ответила на эти вопросы. Спасибо большое. Еще раз я хочу передать слово Бьянке, и она выступит заключительным словом. Что ж, спасибо большое. Я хочу еще раз подтвердить, что, так сказать, убедиться в том, что все меня слышат. Слышат. Спасибо большое, спасибо большое. Все сказали, что все слышат. Итак, спасибо большое, Рита. Я думаю, что это была очень интересная встреча. Вы очень эмоционально и страстно говорили на эту тему. И вы знаете, конечно же, очень важно иметь вот такую рамочную конструкцию, которую вы нам предоставили. Это очень важно. И я думаю, что действительно очень важно подумать об этом и где, и как мы можем... Не слышно? Что мы можем сделать? Не слышно? Не слышно? Она, по-моему, забыла микрофон включить. Микрофон. И в идеале можно, конечно, говорить и о формальном каком-то тренинге, о формальной профессиональной подготовке, можно говорить и о различных формах образования, о различных формах профессиональной подготовки, кстати, каких-то курсах краткосрочных и разных. И я хотела бы поблагодарить вас за то, что вы на эту тему задумаетесь. И еще один момент, о котором я задумываюсь, когда мы говорим о профессиональных таких моментах. И это мои собственные мысли по этому поводу. Я твердо уверена, что оценка – это профессия, и является ли это уже хорошо установившейся профессией, известной профессией, или она еще пока на уровне, так сказать, зарождающейся, новой профессии, я не знаю. Но, тем не менее, это, конечно же, не профессия сама по себе. Мы должны думать о других профессиях, таких как медицина, право. То есть это все должно быть взаимосвязано. И об образовании в этих сферах. И когда вы читаете об образовании, вы должны думать об оценке. Но когда вы читаете литературу на эту тему, и когда вы понимаете, что такое профессионализация, и когда вы ставите приоритеты в рамках общей конструкции и думаете о шагах, которые необходимо предпринять, я думаю, есть ли какие-либо полезные уроки для нас, в плане оценки относительно того, как вести себя наиболее умным образом, чтобы продвигать этот процесс, и каким образом осуществлять профессионализацию, и, может быть, мы должны какие-то устанавливать перед собой цели на пути, такие маячки,
и как мы можем сотрудничать с другими организациями по оценке, каким образом мы можем использовать их опыт и узнавать о тех моментах, которые были успешными, или наоборот, которые были проблемами для них, являлись препятствиями. Итак, я бы хотела изучить опыт всех организаций, которые уже занимались подобными вещами, и наверняка у них есть очень полезная информация. И еще один момент, о котором мне бы хотелось сказать, я вернусь к этому. Я думаю, что то, о чем мы говорим, это так важно. И вопрос относительно клиентуры, кто наши клиенты, кого мы, с кем мы работаем, это очень важно. И также разработка механизма, а также четкое определение нашей собственной роли и нашего места в процессе. И это важно действительно для всех. И мы должны думать относительно контексте, относительно контекста, который должен быть каким? Это должно быть развитие, устойчивое развитие. Да, мы должны об этом думать, мы должны думать о пяти столпах. И мы все вместе должны над этим работать. Это для всех, для нас важно. И кроме того, никто не должен отставать. Мы не должны никого бросать на пути. Я думаю, что если мы будем работать вместе, то мы будем сильнее, мы будем сотрудничать, и помогать друг другу. И мы должны, так сказать, пересекать границы, работать везде и вместе. То есть это то, что я хотела сказать. И кроме того, у меня есть еще очень важный момент, проинформировать вас о том, что будет важное событие 18 октября относительно роли таких оценочных организаций. Пожалуйста, удостоверьтесь, что вы зарегистрировались, те, кто хочет в этом участвовать. И, наконец, я хочу сказать, что наша конференция будет проходить 18 октября, и вы можете побольше прочитать об этой конференции на сайте. И вот на этом позвольте мне еще раз всех поблагодарить. Спасибо большое. Спасибо всем участникам и выступающим, и людям, которые участвовали и присутствовали здесь. Так что спасибо большое. Я надеюсь, что вы все хорошо проведете время. Спасибо большое. Ну что ж, спасибо большое всем. Спасибо, Рита. Спасибо нашей аудитории. Пожалуйста, запомните, что вот анкеты, собственно, которые надо запомнить, будут доступны. Я надеюсь, что мы с вами встретимся. И всего вам хорошего. До свидания.